ваш заместитель по сельскому хозяйству, да, мы знаем, что Юрий Александрович Алиевский ушел. Вот что дальше? У вас будет новый заместитель? Будет как-то меняться вообще структура власти? Что ждать? Ну, структура не будет меняться в любом случае, потому что заместитель по сельскому хозяйству будет в поиске. То есть резюме присылают, но все-таки я считаю, там должен быть специалист именно по образованию. Земельщик. Понимаете? Порядок надо наводить и на землях Назаровского района, поэтому практически всем я отказываю. Да, есть некоторый опыт где-то там, но меня это не устраивает. Именно заместитель будет по профилю. То, что касается увольнения Алиевского, я так считаю, да, вас интересует? Нет? Ну и в том числе? Ну, жизнь идет, люди увольняются, люди приходят на работу. Но человек принял решение по собственному желанию уволиться, ушел, нашел себя в другом поприще. Я желаю ему только удачи. А вот в силу такого кадрового дефицита, вот как вы обозначили буквально несколько минут назад, вот вы надеетесь, что найдется такой действительно грамотный, опытный человек? Конечно, который... найдется. Спасибо.